Первое, что когда вам заходит за спину, это вы не должны дать забросить ноги. Вот эти, на вас. Самое главное, не дать забросить ноги. Первое. Второе, если ноги начинают забрасываться, забрасывается. Вот. Не дать вторую забросить ногу. Вот одна забросилась, да? Нет, забрасывается. Эту оставь, не все. Вот. Старайтесь вторую не дать забросить. Потому что если одна, вы вокруг нее еще сможете подработать тазом потом, да? Если уже две, вы тазом не берете. Всегда ошибка какая? Людей, когда душат, они идут от этого удушающего и от заброса ноги. А надо наоборот. Вот, идет отсюда рука, ну, на нее крутится. Потому что от нее вы не уйдете. То есть она будет вас догонять, вам всем телом крутиться и проходить сквозь все его сопротивления, массу и так далее. Трение, да, там, он вас держит ногами и так далее. И вы, смотрите, я с этой ноги накручиваюсь на вторую, получается, если ухожу, да? То есть, так что то же самое происходит с руками, то есть я накручиваюсь на замок. Вот. Если вам все же здесь набросили, я поэтапно, да? Положение начинается, потом хуже. То есть старайтесь не попасть сюда. Если то, если вы попали сюда, все-таки ноги вставились, то старайтесь не дать забросить вторую руку. Ошибка какая здесь? Когда вас здесь душат, все хватаются за эту руку. Задача здесь работать не с этой рукой, а задача здесь работать с этой рукой. Если она еще здесь, то ее стараться не дать забросить. Вот одной рукой достаточно тяжело задушить. То есть я просто подержу голову влево, влево вправо, и он не задушит. Вот главное не дать эту руку ему положить на затылок. Вот. Теперь по уходам с этого положения. То есть уже попались, уже вы боретесь, есть соперник, да? То есть рука снимается. Изо всех сил оттягивается. Смотрите, нельзя тянуть туда. Ее нужно оттянуть вот к тазу, к пахусу. Да? Эту руку, которую я снимаю, я тащу на плаху сначала сильно, потом оттягиваю от себя и давя головой сюда, гиперально давлю. Стараюсь набежать вот на своего соперника. Первая рука максимально выводится далеко, накручивается вокруг его локтя. Смотрите, беру себя за руку, просто там за куртку, за шею, еще куда-то, либо просто зажимаете, не за что схватить. И вот, излом руки. Но подходить вы должны четко под этой кость, вот локтя, не на нее даже, а вот сантиметрик вот сюда. Вот, вот, видите? Есть вариант вот такой с рукой. Федор недостаточно длинная, да? Чуть коротко. То есть, в принципе, вы поняли, да? Он еще у меня высоко залез. Под локоть беру, накладываю на свою руку и делается обычный злом. Просто берем руку, разворачиваем. И делаем вот таким образом. Грудь при этом вот, видите, напрягается, то есть вперед. То есть не наоборот, не сюда вниз, а наоборот. Грудь выпирает, плечи поднимаются, идет просто излом. Две руки тянутся к шее. Берем не за шею, а за макушку. И стараемся накрутить на себя, накручиваем все время и накручиваемся на него до тех пор, пока вы груди не прижались к нему. Рука, например, на правую ногу работает. Раз рука, два. Смотрите, это за пятку, это за ступню. Поднимаю ногу, поднимаю. У меня задача его ногу себе за шею затянуть, вот так. Поднимаю ногу и с ногой иду.